Всем привет, друзья! И сразу же начнем с того, что результаты конкурса вы можете посмотреть на моей странице ВКонтакте под прошлым видео. А так, конкурс продолжается, и в следующий раз уже будет два победителя, и шансов у вас гораздо больше. Ну, а в этом влоге у нас, думаю, для мужиков очень интересная тема – военная машина ГАЗ-69. Друзья, мы находимся в российской машине ГАЗ-69. Эта машина просто зверь. Эта машина-убийца. Она проходит везде, через болото, через грязь. Это вездеход. Всегда очень интересно смотреть на машины старого происхождения. 69-й год – это очень-очень длинное время назад. Сейчас у нас по улицам ездят современные машины, но очень интересно смотреть на те машины, которые уже в прошлом. Именно эта машина является раритетом, которая очень интересна для людей 21 века. Несмотря на то, что эта машина уже отжила свой век, сейчас она на ходу. Но, к сожалению, сейчас зима, она припаркована, и мы не можем проверить, как она ездит. Но она ездит, поверьте мне. Также я придумал новое изобретение для прокачки шеи. Вы говорите, дрыщавая шея? Будем качать. И вы тоже узнаете это изобретение. А также будет отдельное видео по накачке шеи и как сделать эту штуку. И естественно, куда без этого? Абсолютно, точнее вот так, абсолютно беспонтовейший видос, но куда без них? Надо подкачаться, надо. В любой непонятной ситуации качайся. Господи, какие дорогие гантели. 38,90 евро. 59,95. Целый набор прям. Блин, я бы купил, если бы я был богатым. И напоследок, как всегда, десерт. Знаете что? Сегодня мы идем в зал и качаем нашу спину и плечи. Стоять! Пошел вон, на тренинг опаздываю. Друзья, если вы опаздываете на тренинг, короче, любые методы подойдут, чтобы, короче, быстрее добраться туда. Так что, блин, останавливайте. Так что просто останавливайте первую попавшуюся машину. Да, просто останавливайте тачку, выкидывайте. Убирайте водителя в стиле GTA. Как в GTA, да, и все. Вообще изи катка. Вот бывает такое дело, что ты выкидываешь человека из машины, доезжаешь до места, блин, а потом оказывается, что у тебя уже нет абонемента, он закончился. И потом ты идешь пешком, блин, домой, потому что машину, которую ты угнал, в розыск объявили. Вот и все. Идем обратно в зал, взяли деньги и будем оплачивать. Друзья, начинаем тренировку. Это подтягивание с весом. Начинаем увеличивать веса постепенно. 6 подходов, 6-12 повторений. Погнали. Я, кстати, тогда, когда делал 43 подтягивания, блин, сорвал опять плечо. На полную все-таки выпрямлять руки не надо, потому что сухожилия, хрящи вот эти все, они выдергиваются. И особенно если быстро делаю, что это вообще не полезно. У меня сорвалось плечо, и сейчас уже немножко прошло. Надеюсь, скоро пройдет вообще полностью. Ну что, начинаем первый подход. Это 16 килограмм с гирей. Погнали. Итак, друзья, первый разминочный подход вообще без веса, потом два подхода по 16 килограмм и остальные три подхода по 24 килограмма. Короче, правое плечо. Видимо, я его сорвал жестко вообще. Третий подход, 16 килограмм. Третий? Да. Yeah.
первый это разминочный был вообще без веса, а потом два раза по 16 килограмм, и сейчас еще три раза будет по 24. Теперь пошли три подхода по 24 килограмма. Let me tell you this, let me tell you right now. Your exquisite kiss still burning. Didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you why. What is up with your smile? It's impossible, not melting, irresistible. When I look through your eyes, not even sky's the limit. Тут 6, короче, повторений вполне достаточно будет, потому что 24 килограмма нелегко. Пятый подход, друзья. Бомбим 24 килограмма. Попробуем на 6-8 повторений сделать. Не, 6 достаточно, потому что пальцы уже соскакивают. Скользко очень. Ребят, короче, когда вы делаете это упражнение, многие советуют на полную растягивать руку. Я не советую на полную растягивать, потому что когда вы на полную растягиваете, у вас как будто выдергиваются сухожилия, суставы, вот эти, да, скрепляющие наши конечности. И это очень плохо, они разрушаются. Как я сказал уже, я 43 этих повторения делал, и у меня плечо заболело, потому что я очень быстро делал, и у меня оно выдергивалось постоянно. Если каждую тренировку так делать, то эта задница будет вашим суставом, вашим мышцам вообще. А если вы не будете на полную разгибать руки, то у вас только будут напрягаться мышцы. И тогда это лучше даже, потому что статическое напряжение, оно держит, да? И мышцы тоже от этого качаются. И когда вы на полную разгибаете, то у вас мышцы, ну, они расслабляются. И потом вы просто тянете вашими сухожилиями, что очень плохо для них. Вот, короче, делаем последний 6-й подход. 24 килограмма. Погнали. Пацаны, да, Арчу все очень правильно сказал, потому что даже Денис Минин в своих тренировках говорил о том, что особенно когда он работает с весом, он не разгибает руку полностью, потому что будут включаться суставы, и от этого они будут разрушаться, и будет только хуже становиться. У вас будут всякие артриты, артрозы, вам это не надо, поэтому оставляйте чуть-чуть места, не разгибайте полностью руку. Последний подход – это издевательство уже. Это насилие просто мышц. Но зато, когда в последних подходах, когда вы делаете последние подходы, то мышцы на полную убиваются, и тогда это более продуктивно, потому что они уже не могут работать, и они вынуждены просто из последних сил рваться, чтобы потянуть тот вес, который вы хотите. Из-за этого идет рост мышц. Тогда все хорошо будет. Следующее упражнение – это тяга к груди на блоке. 5 подходов, 6-12 повторений. Вот на этом блоке. Тоже постепенно увеличиваем вес. Беремся по шириху, максимально широко. Сначала разминочная парочка. Потом увеличиваем сразу вес. Второй разминочный. Я снимаю все подряд, чтобы, короче, много времени не тянулось. Теперь три рабочих. Увеличиваем вес. В этом упражнении нужно тянуть широчайшими мышцами, не руками, а широчайшими. Поэтому спину немножко надо выгнуть и тянуть, стараться широчайшими. Это важно. Все, осталось последние два подхода. Рабочий вес.
в этом упражнении старайтесь делать все очень плавно, не дергать, потому что, опять же, вырвите сухожилия все, и вам задница будет. Удачного, удачного спорта. Ну что, последний подход, финальный. Тяжело уже. Конечно, лучше брать веса поменьше, чтобы на полную растягивать. Но я беру побольше, чтобы увеличить свою силу. И чтобы потом на следующей тренировке взять еще больше, еще больше, еще больше. И чтобы дойти прям вот до 136, чтобы буду тогда зверем вообще. Теперь идет тяга штанги к подбородку. 5 подходов, 6-12 повторений, тоже на массу бомбим. Делается оно так, это на плечи. В основном на переднюю, на среднюю дельту. Берем узким хватом, вот таким примерно. Один. Тянем максимально к подбородку. И не забываем дышать. Короче, снимаем последний подход. Так вам нужно сделать 5, я делаю 2. Увеличили вес. Я делаю 2 для того, чтобы много видео, короче, не занимало времени. А вы делаете 5. Увеличиваем веса постепенно. Вот таким вот образом. И еще потом нужно 3 подхода сделать. Теперь начинаем упражнение руль. 5 подходов, 6-12 повторений. Начинаем с 10 килограмм. Доходим потом до 15, это будет наш рабочий. 10 килограмм просто возьмем. Делается оно так. Это упражнение очень хорошо прорабатывает переднюю дельту, а также мышцы стабилизатора, которые увеличивают нашу дельту. Опять же, сейчас снимаем 2 упражнения. Я покажу 2, вам нужно сделать 5. И делаем теперь с 15 килограммами. Это одно из самых жестких упражнений на плечи. Наверное, самое жесткое, я бы сказал. Еще теперь махи гантелями на заднюю дельту. Начинаем с маленького веса, разминка. И потом переходим к рабочему. Короче, когда я делаю вот эти махи на заднюю дельту, то у меня работает трапеция. Не работает. Только работает задняя дельта и все. Ну что, короче, сделали 4 подхода. Теперь делаем 5, последний. Повторений, короче, я стараюсь делать руки немного пошире. Обычно многие делают вот так как-то, а когда делаешь пошире, то амплитуда больше, и тогда нагрузка больше идет на заднюю дельту. А так немного, ну как бы, не особо такая сильная нагрузка идет. Тактика, стратегия. Ну вот, друзья, надеюсь, вам понравился этот влог. Если это так, то поставьте лайк, сделайте репост на моей стене ВКонтакте, если хотите принять участие в конкурсе. А так, всем спасибо за внимание. Пока!